Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф, и это продолжение игры Far Cry Primal. Я расскажу тебе историю про Таркана. Много солнца он и тигр. Саблезубый тигр охотится, но спасает Сейлу. Сейлу. Она чуть не сломать руку. Far Cry, блин, по-моему, слишком сильно орёт видео. Эти вставки. Наверное, меня не будет слышно. Потом проверю. Сейчас что-то лениво. Так, друзья, мы закончили тем, что подлечили девчоночку нашу. Она, собственно, нам благодарность не дала номер своего телефона. Да, она только вот сидит, что-то скулит. Я посморкался, все в порядке, да. Таркан посморкался. И нам нужно, по-моему, идти к Шаманосу. К Шаманосу, Мамоносу. Вот к этому, да? К сенсею местному. Низкая сложность. Да, хорошо. Все, что хорошо, да. А это у нас контрольная точка, да? Здесь можно будет перемещаться быстро. Возрождение. Типа башенка. Башенка. Это типа башенки. Фаркраевские башенки. Значит, у нас там что-то есть. Что-то есть, что-то есть, что-то есть. Есть кость. Комплект, лук, тук-тук-тук-тук. Так, это все есть, хорошо. В принципе. Так, бежим, бежим. Симпатично, честно, симпатично. Мне нравится. Мне нравится, правда. Прям хорошо. Понятно, что здесь не будет никакого РПК, РПГ и СВД. Зато здесь есть лук. И кошка. Но сейчас у меня кошки нет. И собаки у меня нет. Никого у меня нет. Здесь же можно приручать животных, правильно? Да-да-да. Вон на них кататься, на них можно. Кстати, птичка. Птичку я не буду стрелять в нее. Пока. О! Это рюкзачок, да, какой-то здесь. Его можно сбить. Тихо. Что такое? Кровавленный след какой-то. Ладно, побежали. Блин, я не пометил. Извините. Вот, мне надо сюда. Вот сюда, я бы даже сказал. Да, давайте до костра дойдем. Закостримся. Закостримся потихоньку. Эч-моч. Все нормально. Я атлетичный морячок. Эц. Сейчас бы радио какое-нибудь. О! На, в лабину. Сука, он за пацанами побежал, что ли? Или... А, он сдох. Да ладно. О, отлично. Гиена там что-то... Эть, не успел. Гиену надо было завалить. Ай, ну ладно, хотя бы этого... Обдерем. Да, не нравится мне это место. Честно говоря. Мамонт. Нет, в него я лезть сейчас не буду. К нему я лезть не буду. Его вряд ли сейчас завалю. Мне так кажется, что мне надают полную шапку вообще. Дюлей. И отправит меня к моему богу. Если, конечно, этот хрен во что-то верит. Интересно, во что они верили? Ведь всегда же была вера. Вера во что-то. Я чуть не особо разбираюсь в палеолите. Что-то в университете учил, что-то там в свое время, что-то по истории... Ты там что-то проходил. О, птичка. Пернат птичка. Пернат сиди место. Отлично. Вот, что-то учил, что-то переучил. Но в итоге ни хрена не запомнил, потому что понял, что мне эта информация нахрен не пригодится. А вот сейчас, видите, оп. Сейчас нужна эта информация. Во что не верили? В тотемчики там какие-нибудь, да? В небо, солнце, в землю, в камни. Он да, наверное. Небо пришло, бог небо, да. Дождик идет, бог писает. Банально, да? Типа того. Наверное. Все. Ладно, все. Хватит нести бред. Бежим. Дорожного радио, к сожалению, нет. А это не гиенка ли? Случайненько. Случайненько. Наверное, да. Еще подруга, что ли, у нее? Блин, их там дофи... Или это коза? Это коза. Гиена надо подва...
подвали. Нет, это козы. Козы-мимозы. Все, уходим. Ага, во. Сигнальные костры. Помечать территорию. Понятно. Надо зажечь сигнальный костерочек. Ну, все понятно. Позволяет точки, тайнички. Ясно. Классик. Чё птичка? Птичка. Ничего, что я вот так вот хожу, нет? Нормально же? Наверное, я так думаю. Так, конечно, тоже можно ходить, ну, по крайней мере, если я хожу вот в этом охотничьем режиме, я, по крайней мере, вижу, если мне хочет навалять. Так, а как тут его зажечь-то? Просто зажечь, да, или надо... Нельзя просто зажечь, да, надо... Можно использовать факел или животный жир там, да, который у меня есть. Да чё, давай так. Ой. Что я делаю? Я себя поджёг, я дебил! Ну хотя, что вы хотите от меня, я первобытный? А почему я... А, во, господи, конечно, поджечь дубинку, все. Жалко дубинку, наверное. Чик-чик-чик-чик-чик. Поджигай, все, есть. Кострище на кутии. Их всего 16, я взял один. Не так, кстати, много, наверное. Наверное, не так много. Ага, ну понятно. Открываю деревню. А, также можете быстро путешествовать на вашей деревне, строить, улучшать хижину. Быстрое перемещение в режим выживания. Это не важно. Я его не поставил. Выживание, по-моему. Нафиг надо. Быстрое перемещение. Я не хочу страдать в этой игре, честно. Я хочу просто так в свое удовольствие поиграть. Там, ну и во все удовольствие. Вот эти страдания все давайте для хардкорщика поставим. Для реальных таких хороших задротов, которые умеют любой палкой что-нибудь сделать. Сигнальные костры, вражеские аванпосты. А, вражеские аванпосты еще есть. Понятно. Ну и быстрое перемещение. Все ясно. Все ясно. Все ясно. Все ясно, надо потушить огонь. Надо потушить огонь, конечно. У меня прибавили жители в деревне, да. И тайничок я нарыл. И навык есть. Ого, какой-то у нас есть красный листик. Это не сгорит все? Нет? Я думаю, нет. Я думаю, не сгорит. Открыт тайник. О, тайничок. Тайничок, тайничок. Не понял, так у меня есть... Или не ремень для дубинок. Почему ноль было? Не понимаю. Так, пояс охотника. Вот где она заполнена. Все заполнится. Надо заполнить, я думаю, да? Или нет? Да, пофиг. Пока не понимаю. Пока не понимаю. Как тут это работает? Так, ага, стрелу сделали. Надо идти дальше к шаману. К шаману. О, кто у нас? Бурый медведь. Ну, я к тебе не пойду, братан. Волки. Ё-моё. Не, сожрут. Помощь винжа сопровождения, да? Прирост дает какой-то. Мне надо вот так по дорожке, мимо медведей, мимо всей этой тусы. Киен. Не знаю. Так куда мне надо? Вот туда мне надо. Блин, там я не заберусь, там скалы. Или заберусь. Сраный навигатор. Не, надо прямо идти, все правильно. Иду прямо, а там все будет в порядке. Вот тут волки у нас тусуются, правильно? Собственно, да. Вон они ходят. Или нет, или это козы? Это козы. Козы-мимозы. Это пещера. Могла бы быть. Могла бы быть эта пещера, но нет. Ё-моё, что за красавчик такой, а? Интересно, а мне есть шансон его завалить? Или я сейчас завалюсь вместе с ним? Или Тихо-тихо-тихо. Может, вот так вот. Ой. Блин, по-моему, нет. По-моему, мне хана. Пробеги ты куда-нибудь. А-а-а! Твою мать! Козы, козы, спасите! Все, меня съели. Да, Млёлик, не лезь на оленя. У него рога. Да, это я, конечно,
хитрого сделал. Так, копья. Да, понятно. Ясно, что я потратил два копья на сраного оленя, толком ничего не сделал. Даже в башку. Да, копье у меня, видимо, из говна сделано. Да. Да. Какое нахрен выживание? Вы о чем вообще? Что вы говорите? Как... О, а это что такое? Кто-то краску пролил, что ли? Не понял. Интересно, или кто-то таблеток объелся и блеванул, значит, на клубу уходя. Что это? Ой, это пропало! А-а-а, магия, магия! Бум-забакаха, бум-забакаха. Не важно. Глюк какой-то вообще. Так, это у меня козы. Козы занимаются сексом. Это неинтересно. Блин, в такой... Как они жили вообще в этом мире, а? Я, наверное, просто забился бы в угол с дубиной, блин, с этой... Блять, ёбаные волки. Эти... Да, это волки. Да ты прикалываешься, что ли? Ты чё творишь, трянь? Ах ты ж... Вы... Что? Что за люфтваффе такое надо мной, а? Где? Где ты? Где? Где? На! Сука, блин, тварь. Вот так вот. ПВО русских работает. Люфтваффе отдыхает. Ё-моё, блин. Я иду, понимаешь, никого не трогаю. И тут такой орел. Слышь, слышь, есть что позвонить. И все. Так, волчара, нет? До свидания. Блин, нет, не до свидания. Еще разок. Ну. Еще. Да куда ты? Так, блядь, включи, блядь, дубина. На! На, сука, на! Дрянь. Фу, да. Ребята, познакомьтесь пока. Охренеть, а? Да как они могли жить в таком мире, если он хоть чуть-чуть даже похож вот на это дело, что вот я здесь вижу? Это же просто ты идешь там из магазина за хлебом, никого не трогаешь. Тут летает какой-то орел, блин, просто и в харе тебе с разбега. Это медведи, они дерутся, давайте, сожрите друг друга. Хотя сейчас из магазина идешь с хлебушком вечером, какой-нибудь олень может тебе навалять. Рождение параши какой-то, да, это ущелье. Ясно все. Ясно все. Все с вами ясно. Ну давайте, что? Там они ушли, я надеюсь, что они ушли просто. Мне, честно говоря, очень очково туда. Очково туда идти. Ребята, что происходит? Что за звуки вообще, а? Не надо, спокойнее. Никого здесь нет. Никого. Это голос в вашем животе. Никого. Никто не шагает, не топает, не ходит. Блин, мне еще оружие. Ну там козы. Козы, козы, это не страшно. Да? Козы? О, может подумать, я вот так вот лучше вижу. Потому что, ребят, извините, что я хожу вот так вот с этим. Это волки, твою мать. Нет, это не волки. Так вообще ни хрена не видно там, да? Деревья, деревья и какие-то тени. Кто-то ходит где-то, да? Да ладно. Мама, папа. А это свои ребята. Бегут кому-то там. Давай что-то. Давай, 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 давай. Медведи завали. Это свои, давай. На помощь. О! О, они кого-то убили. Кого убили-то? Какую-то дрянь жирную. Это хорошо, это не кожа. Чё-чё? Спасти? Кого спасти? Ё-моё. Там волки должны сожрать всех. Там волк... А, нет, не волки. На! Вот так вот. И ещё разок. Ну давай ещё разок.
Давай, давай, давай. Хватит тебе, отлично. Кого-то спас. Блять! Братюня! Ах ты ж тварь, а! Тварь, тварь, тварь мерзкая. Иди, иди сюда, давай. Ты живой? Нет, ты же получил по щам. Чувак, я против тебя ничего не имел. Ты... На! На! Ты не кусай меня! Какой ты живой, а? А нет! А! Я не хочу умирать! Ё-моё! А ты еще один, что ли? Ты где? Да! Помогите, помогите! Хулиганы зрения лишают нас! Еще в чайник тебе! Фу. Давай, тварь, на! Фига себе! Это аж олени охренели все. Что происходит? Просто пасемся, понимаешь? Тут кого-то еще там сожрали, убили, да? Здесь что-то надо собрать, тоже надо собрать. Орел, да, это полезные вещи. Откуда вас так много, братья, братцы, братцы-кролики? Иди в жопу, блин, что... А, это гиен. На, сука. А, все, что ли? Все. Ну, она меня так нормально. Дикая собака. Дикая собака. Блин, сейчас темно станет. Я вот пока иду, станет темно, страшно. Козел какой-то сдох. Да ладно, опять что ли тусовка? Ночь, твою мать. Ночью темно и опасно. Видимость падает, многие хищники выходят на охоту. Спасибо, ребят, вот только мне это и нужно. Совершайте ночные уникальные вылазки, чтобы найти зверей, растений, предмет. Да не надо мне это, я просто хочу немножечко, немножечко домой. А там свои идут? Конечно нет, эти клоуны местные. Да? Правильно? Да, да, да. Я с ними драться не хочу, честно. У меня тем более вон там стрелы немножко. Так. Прыг-скок, прыг-скок. О, сейчас будет с кем-то драться. Они. Вот и деритесь. А у меня вон 120 метров. Еще бы мне велосипед какой-нибудь, я бы доехал. Но, к сожалению, до велосипеда мне еще далеко. Примерно... 1020 лет. Или сколько там? 10 тысяч. Они что-то там мару. Хамба, хамба. Хамба, хамба. А если я тебя копье зафигарю, там тебе нормально будет, нет? Покойника там вы идиоте, понимаешь себе. Блять, я идиот! На, сука. Есть там кто, нет? Так, 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 так. Темно. Темно и ночь на дворе. Ночь на дворе. Выколи глаз, не видно ни хрен. Каменные пальчики мы нашли. Вот мне туда и надо, да? Есть тут никого нету. Я дошел. Сука, дошел. Ура. Ура. Это хорошо. Я таки смог. Пик-пик. Так, два копья. Да, все в порядке здесь, да. А оно мне... Не-не-не, копье, копье, конечно. Копье хорошая вещь. Что такое? Что происходит? Чё, тихо-тихо. Что такое? А. Фига себе, он там чудо. Ух. О, парни танцы. Алла ты молодец, молодец. Слышь, расслабься. Ты, тихо. В чайник дай ему. Естественно.
Я из убежища 13. Куайта. Понеслась. Я. Тинсей. Понятно. Это наш шаман будет, видимо, да. Пока, мышка. Затем появился ты. Я знать безопасное место. Ты иди туда, Тинсей. Иди, давай, слышишь? Ни хрена. Найн, он немец. Он немец, я понял. Я не дам тебе руку. А, ты чё творишь? Ё, это педик, что ли? Сука, маг херов. Ё-моё, что у тебя с головой, беда вообще. Ну давай. А, это я пить должен, что ли? Таркан пить. Таркан бухать, принимать наркотики, пить песни. Понятно. Наркота, приходь сейчас. Сейчас он меня изнасилует, наверное. Пока без сознаночки. Конечно, нет. Конечно, нет. Это все дурацкие петросянские шутки. Контрольная точка. Мы летим. Нет, мы не летим, мы идем. Привет. Найдите проповедника. Или проводника. Звери меня не боятся? Да, беги. Давай, беги, давай. Ага, это сова. Сова нашим проповедником. Чё происходит? Ух. И чё? Мы управляем. Реально, мы летим. Ну, давай. А чё, мы только так управляем? Мышкой... Блин, я мышкой не управляю. Неудобно. О, чё? Куда? Вот. Да ё-моё. Что происходит? Почему мышка у меня не управляется? Мышка, долбанья мышка. Ты из-за того, что он шаман, зарезал твою подругу, что ли? Так. Все, не управляю мышкой. Все равно не управляю. Не могу почему-то. Я не знаю, что с ней произошло. Или, может, нельзя здесь, только этим надо, не знаю. Давайте. Дурацкое управление. Блин. Дурацкое совершенно. Хочешь? Так вот сюда. Хорошо, я понял. Блин, ненавижу такие миссии. Просто вот выбешивай меня. Догони кого-нибудь там. Что-то, блин, разряди там. Посади. Отсоси за определенное время. Надоели. Люблю. Я где это говно? Где? Где ты? Говно ты где? Вот оно. Ой. Ненавижу. Ты куда ты пошел вообще? Куда? Стой, поговорим за жизнь. Как твоя пернатая там? Семья. Угу. И бежать мы не можем. Или ускоряться, в смысле, не можем. Так, бежим. Ладно, бежим. Я понимаю, что это одна из миссий, необходимых, видимо, для того, чтобы приручить вот этого летуна. Так, собственно, чё дальше? Понятно, дальше я опять полечу. Снова, да? Естественно, все, полетели. Полететь я буду сейчас сложнее, да? Хорошо. Ничего хорошего, правда, вообще. Блин, почему мышкой нет? Почему я не могу управлять мышкой? Так легче было. Чего клавит? Ать. Ух ты! Куда, что?
А, ё-моё, а. О, а это мы в аватаре, да? Фига себе. Где-то, помните, место в аватаре было, да? Летающие горы. Вот это мы там. Да, блин. Ураган же, куда ты летишь? Нелетная погода вообще. Срочно в аэропорт, где ты? Я надеюсь, что это все. Надеюсь, мне больше не придется летать. Я не люблю, честно. Можете назвать меня нытиком там. Истеричкой там. Сыкуном. Я не люблю летать. Не мое это. У меня нет крыльев. Опять куда-то пошел. О, хищники. Ребятик. Всем здорово, здорово, да. Я понимаю, что... О, какой. Киса, киса. Привет, медвежулико. Медвежулька. Я всеми ими управлять могу. Приручить. Тушь, тушь. Тушь, тушь. Я подарю тебе тушь. И все. Она моя, да? Или нет? Или еще полетаем? Ё-моё, я бы обосрался, если ко мне так сова здоровенная. А это хищник вообще-то сова, так, на секундочку. Она реально может заклевать. Заклевать, затоптать, закромсать и сожрать. Это серьезно, это очень серьезная девочка. Мы сранили. Да, нас ранили. В самое сердце. О, отходняк. Я уже починился. На судне! Не, не сон, не сон. Куда-то свалил вообще, где-то бегал. Хозяин зверей, смирить диких духов, заставить их помочь тебе. Понятно. Ты иди, хозяин зверей. Сейчас я тут быстренько нарисую бизнес-план наших взаимоотношений. Ясно. Ты пойдешь в деревню, нет? Можешь ли ты украсть волка? Стая. Ага. Ты сейчас я должен украсть волка, да? Давайте попробуем что. А, все, я выполнил задание, да? Ты. А, вот ты. Иди домой, парень. Иди, иди. Да, да, все правильно. Вали, вали. Тилаука Сакуам. Ура. Мусан. Ура. Мусан. Джаусман. Джасан Мусан. Маса Сусан. Так, это событие, ясно, необязательное, правильно? Это необязательное событие, там, спасти кого-то. Я не думаю, что... Я не буду этим заниматься. О, северный черный камень. Такого еще не было. Все, выходим. Выходим. Мы прям, ну молодцы мы прям. Прям молодцы. Сдохли всего один раз. Ой, уже светло. Всю ночь куролесили, да? Да, такие. Нажмите Z, чтобы вызвать сову, осмотреть окрестности. Точка маршрута выйти. Зрение охотника послать зверя. Оп, лететь медленнее. Вот мы тут палим, кого-то хавают пацаны, и медведь на них сейчас типа нападет, да? А, нападает и, скорее всего, завалит. Ну, троих, одного точно, остальные убегают. Не, не убегают они. Я бы убежал. Так и здоровая хрень уже двух моих корешей завалила. А я далеко вообще от этого дела, нет? Наверное, далеко. Но медведь, смотри-ка, всех закромсал. Прикольно. Прикольно. А, вот он я. Я прям буквально у них под ногами, получается. Только медведь там тусуется и раненый. Окей, так мы его сейчас завалим, чё? Вон он. Братан. Я даже больше скажу, я вот так вот сделаю. Щик. Отлично, сейчас мы все сделаем, пацан. Хоть... Тихонечко подползаем. Горящей стрелой тебе в башку. Сейчас. На! Блять, не попал ты! Что ж такое-то, а?
сейчас, как он вернется. Сейчас он как он скажет нам, ай-яй-яй. Я сдохну еще раз. Зачем я бросил вызов жирной твари? Где эта жирная тварь? Ты сейчас появиться должен, да? Мне просто нужна твоя шкурка, и все. Отдай, пожалуйста. Зачем тебе она? Ты сейчас все равно умрешь. Ты умер. Кровь, кровь, кровь. Блять, и как я мог промазать? Как? На, сука. Есть. Снять шкуру быстрее, пока он не упал. Как я мог промазать? Просто он стоял передо мной, кричал, не возьмешь. Но он присел, хитрый. О! Какая-то штучка. Ладно. О! Это что такое? Взять ольху? А, это просто ольха. Так, ясно. Ясно, прекрасно. О, там еще какая-то штука, да? Это еще одна рука. Да. Так, вот эти штучки надо собирать, видимо, да? Зачем-то. Какие-то они там бонусы типа дают, понятно. Опыт дают, да. Я не буду собирать все коллекции, потому что, ну, это задротство вообще безумно, и вам станет неинтересно. Так, спокойно. Я великий и ужасный. Да. Вали. Ура. Прям сегодня мой день. Да все, иди отсюда уже, ё-моё. Все поняли. Главное его не завалить случайно. О, 7 жизней. Ладно, друзья. Нам нужно валить в деревню, я чувствую, наверное. Да? Ну, сейчас вот у него в деревне, у нас как-то изготовление есть, да. Да, можно вернуться, ура. Ура. Можно, и мы это сделаем. Итак, у нас какая-то, значит, мы что-то сделали. Шаман к нам пришел. Так, открываем тайник. А нафига он нам здесь? Так, значит, пришли мы в деревню. Да я посморкался давным-давно, да? Так, здесь у нас Шамансо живет, да? Или житель просто? Безымянный житель. А мы можем что-нибудь сделать? Вроде как тут что-то строит, наша деревня, да? Навыки. К навыкам вернемся. Итак, мы можем сделать сейчас мешок охотника. Да. Или это улучшающий? Можно нести 2 приманки, 8 кусков мяса, 8 кусков жира. Да, это хорошо. А, то есть, это я сейчас 3, это я просто улучшил. Собака, скоро собаки. Так, 3 здесь. Северный кедр, нету его пока. Это пока не могу. Здесь нужно что-то построить, мою пещеру Таркана. Ясно, я понял, так. Навыки. Итак, у нас... ну, во-первых, я думаю, вот это, разумеется, да? Чтобы выживать получше. Конечно. Это у нас есть. Бежать на бегу, лечиться. Да не обязательно пока. Увеличит область, и неподалеку растения будут отображаться на карте. Да нет, пока не особо важно. Сейчас вот увеличить область. Да, увеличим область. Извините, пожалуйста. Буду видеть дальше. Да, все. Ночка. Ночка темная. Итак, друзья. Ну что ж, я думаю, на сегодня закончим. Коротенечко так пробежались чуть-чуть, да? Увидимся в следующий раз. Починили мы себе сегодня сову, и здорово все. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Пока-пока.